Дорогие мои, я вас всех приветствую. Я знаю, что вы искали давно этот рецепт. И вот он, вуаля, дешевле мивины. Быстро готовится и вкусно. Я 100% знаю, что этот суп любят все. Так что не переключайтесь и смотрите до конца все тонкости и главные моменты этого супа. Итак, первым делом мы возьмем куриную грудку, одну штучку, и отправим вариться в наш суп. Куриное филе мы опустили в 1,5 литра кипящей воды. А приготовим этот суп всего лишь за 20 минут с момента кипения воды. В данном рецепте я использую те продукты, которые есть у каждого из вас в холодильнике. Морковь, лук, картофель, корень сельдерея и чеснок. Все простые, легкие и всегда доступные ингредиенты. Смотрите, если вы любите лук и морковку кушать вместе с супом, вы ее нарезаете видом нарезки, который вам нравится. Я рекомендую кубиком мелким. Это же все я использую для ароматов. Берем 3 зубчика чеснока, не снимая кожуры, раздавливаем так, чтобы он отдал аромат. Картофель нарезаете мелким кубиком, чтобы она могла быстро свариться. Итак, наш картофель в первую очередь отправляется за куриным филе, тоже в кипящую воду. Шум снимаем, отправляем также туда корень сельдерея, одну луковицу, морковь и раздавленный чеснок. Как видите, все просто и легко. А самое прикольное, то, что вы можете овощи подготовить тогда, когда закипает вода. Классно ведь? Пока кипит вода, все готовится, все подготавливается. Закипело, закинули. Супер, что? А теперь мы займемся галушками. Для приготовления возьмем 6 столовых ложек муки. Это примерно 180 грамм. Добавим сливки. Можно не сливки, можно добавить молоко. 100 грамм сливок. Возьмем одно яйцо. 10 грамм сливочного масла. И свежая зелень. Используйте ту, которая вам нравится. Хоть базилик. Добавим соли по вкусу. И все это тщательно перемешаем до однородной консистенции. Как определить правильно консистенцию? У вас должно быть полностью растопленное сливочное масло. То есть вот таких комочков не должно быть. Полностью разбивайте. И масса должна быть как густая сметана. Теперь мы добавим спустя 10 минут соли. Я, кстати, очень люблю варить из куриного филе. Почему? Потому что, во-первых, мало шума. Варится это очень быстро, 20-25 минут, и у вас любой суп готов. Если интересно, какие супы можно еще за это время приготовить, пишите в комментариях, и обязательно их приготовлю. Добавим черного перца. Отлично. Еще 5 минут, и будем закидывать галушки. Когда картофель наш готов, убираю овощи, которые мне не понадобятся. Они отдали полностью все вкус свой, аромат и все полезные свойства и качества. Берем девайс такой, как ложка чайная. Опускаем ее немножко в наш бульон. Прогреваем ее. И смотрите, берем вот так вот на краешек. Раз. И готово. Видите, ложка почти сухая. Даем провариться на огне еще 5 минут. Главный момент. Если вы будете делать столовой ложкой, то вам времени 5 минут будет мало, потому что клетки будут большие, толстые. То есть вот такие малыши, которые я сделал, буквально там вообще мини-мини, они будут вариться 5 минут. Если больше, вы должны смотреть по объему. Сделали больше, соответственно, в 2 раза больше времени. Смотрите, буквально пару минут, и клетки начинают подниматься. Это значит, что они уже почти-почти готовы. Ну что, друзья, готов наш супчик, пора его пробовать. Посмотрите, какой наваристый и вкусный. Вкус даже не передать, и запах не передать. Наваристый, густой супчик получился. И вкуснее, чем макароны. Очень сытный, и такой супчик любят и взрослые, и дети. Я знаю, что этот суп любит каждый. Ребят, готовьте с любовью, это очень вкусно. Круче, чем любой другой макаронный суп.
Ребят, спасибо, что оставались со мной до конца. Пишите комменты, ставьте лайки. Не забудьте ставить колокольчик и подписываться на мой канал. Всем спасибо. Приятного аппетита. Нет, просто отвал башки. Вы когда-нибудь видели, чтобы я горячее кушал? Нереально вкусно. Семья свежий. Это просто пушка.